У рамках проведения республиканского субботника и подрыхтовки до святкования 75-годия перемоги в Великой Отечественной войне на Гомельщине проводится добраупорядкование мест братских похований. Не стало выключением и зона отселения и отчужения. Сегодня наша здымочная группа побывала в Ветковском районе. Зона отчужения и отселения – это территория 15 районов Гомельской и Могилевской областей. Сегодня в зоне отселения еще ведется строго обмежованная господарчая деятельность, связанная с подтриманием в належном стане дорог, линий электропередач и других объектов. В зоне отчужения потребования еще больше строгие. Тут дозволяется только господарчая деятельность, связанная с обеспечением радиационной безопасности, а так само науково-доследчие и экспериментальные работы. Але есть одна задача, якая обовязково выконывается незалежно от узровню забруживания территории. Догляд за местами похования у червоноармейцев и мирных жихаров, которые загинули под час Великой Айчинной. Большасть из них, до речи, мае статус историко-культурных каштовностей. На стелах братского похования у былой вёсцы Сівінка 437 прозвищов могилки створили еще у 43-м годе. И таких мест на территории зоны отселения и отчужения шмат. На территориях зоны радиоактивного загрязнения находится порядка 100 памятников. Наши специалисты осуществляют постоянный контроль за состоянием памятников. В случае выявления каких-то недостатков нами проводится комплекс ремонтно-строительных работ. За все время ни один памятник не разрушен. Как бы все удалось сохранить в целости. Жыхары вёскі Папсуеўка Ветковского района у чистые мясціны были переселены в 1991 году. До этого часу тут можно увидеть рештки некалі жилых и господарчих побудов. Бадай, одинае, что заховывается у добром стане, открыты больше як паўстагоддзя тому помник 145 землякам, которые загинули на фронтах и у партизанских отрядах. Сегодня сюда приехали представники областного комитета природных ресурсов и администрации зон отчужения и отселения. У планах офарбовывание стел и посадка аллеи славы. На гэты раз збяроз. Увогуле, падчас падрыхтоўкі да святкавання 75-годдзя перамогі, эколагі рэгіёна навялі парадак на больш як 20 месцах пахаванняў і пасадзілі звыш 1000 дрэў. Аб усім гэтым можна будзе даведацца на сайце камітэта. Інфармацыю размяшчаюць не для таго, каб пахваліцца, а каб запрасіць іншых падтрымаць ініцыятыву. Мы планируем выложить на сайт камітэта і, соответственно, обратимся к исполкомом, с тем, чтобы было выложено на сайты их, значит, вот эту вот нашу акцию. С тем, чтобы присоединились и другие, и областные службы, и районные службы. Олег Сенцюров, Сергей Нигеревич, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.